Вот такая вот история. Пришло ночью два часа ко мне видение. Не захочешь, а поверишь привидение. Извините, говорит, что время позднее. Жуть культурная, к тому же, видно скромная. Я, говорит, пришло с бутылкой и добавил, что как меня его вчера жена оставила, что выпить не с кем, друзья, призраки не пьющие. Давай, мол, выпьем со проблемы, со насущной. С культурным призраком чего ж не остограмится. Глядишь, решим проблему, и дела наладятся. Нарезал огурцов соленых на закуску я. И завязалась у нас с ним за жизнь дискуссия. Дух был с характером, как мне ему не нравится. Зато как слабый пол, она с ним отзывается. Что виноваты мы во всех грехах и горести. Их большинство, я слышал цифру, где-то в новости. Лишь потому они имеют больше голоса. Нас, мужиков, осталось одна четверть глобуса. Они, брат, призрак, виноваты, что мы вымерли. В таких условиях даже мамонты не выжили. Вот так живем, мой друг, все ради них стараемся. С утра до ночи спины гнем, не разгибаемся. Вас, брат мой, призрак, мало как и нас осталось. Все как у нас, есть даже теща оказалась. За тещу пить одной бутылкой не управимся. Сказал мне призрак и за литрою отправился. За мать их наших жен с граненого стакана. 3 литра выпили, порвали 2 баяна. Потом мы пили за соседей, за свободу. Зато как нелегко простому жить народу. Помню, заснул, очнулся, призрака не видно. Вынес из дома все последнее, скотина. Пришла ночь, 2 часа, ко мне видение. Не захочешь, а поверишь, привидение. Хоть он и полтергейст, а жулик очевидно. У них все как у нас, кругом жулье, как видно. Хоть он и полтергейст, а жулик очевидно. У них все как у нас, кругом жулье, как видно.